Эта сопка – место в Углегорске известное. Внизу узкой ленты вьется дорога, на вершине – обычная башня из белого кирпича. Парадокс, но многие углегорцы, да и вообще сахалинцы, о ней ничего не знают. Знакомьтесь, маяк Углегорск не такой эффектный и известный, как другие маяки Сахалина и Курил, но точно не менее интересный. 40 лет исправно несет службу на берегу Татарского пролива. Вместе с ним на морской службе и семья Ревякиных. На маяке я здесь живу, как только его и открыли. Сколько лет? С 80-го года. 40 лет. Хранитель света во втором поколении. Никита Ревякин – начальник маяка Углегорск. На этом посту в 2000 году сменил своего отца Владимира Николаевича. Никита вырос на маяке. А может, маяк вырос вместе с Никитой. В любом случае, за 40 лет им есть что обсудить. Интересный вопрос. Ну как, не то что разговариваешь. Мысленно, можно сказать, и общаешься с ним. О чем? Как он себя чувствует, внимание какое требует, не требует. Маячники – люди особенные, в профессию попадают случайно и, как правило, остаются в ней навсегда. Так со временем появляются маячные династии. Отец Никиты – Владимир Николаевич Ревякин, родился в Черкесске в 1940 году. С женой познакомился в Волгограде. Зинаида Никитишна в девичестве Паршина приехала в город-герой из Воронежской области. Через некоторое время после свадьбы уже вдвоем они отправились навстречу новому – на Дальний Восток. Первым маяком семьи Ревякиных стал маяк Песчаный, 1966 год, Совгаванский район Хабаровского края. В 1972 Ревякины сменили позывной. С материка перебрались на легендарный Жанкиер в Александровске-Сахалинском, а уже оттуда переехали в Углегорск. Только я родился не здесь, а на другом маяке, в Александровске-Сахалинском, в 1974 году. И вот в 79-м переехали, маяк достраивали, в 80-м его запустили, и мы здесь уже жили. В 1975 году был готов проект строительства Углегорского маяка. Обходиться без него местный порт уже не мог. Судов в то время сюда заходило множество – торговых, рыболовецких и даже пассажирских. В акватории для них немало подводных опасностей – банок, камней, затонувших плавсредств, разрушенных сооружений. Возили очень много грузов с Ванина для нужд района. Здесь же предприятий было много. И колхозы, совхозы, Краснопольский, Ударный, бумзавод, СПБ ходили и в Ванино, и в Хомск, и в Александровск. Возили и лес, и металлолом. С 1960 года проводниками в Углегорский порт служили два створных маяка. Высота переднего – 10 метров, заднего – 15. Несмотря на забвение, они и сейчас гордо высятся в линию на берегу. Сергей Байназаров в Углегорском порту работает с 1967 года. Говорит, тогда местный портфлот был самым большим на Сахалине. Отсюда и необходимость в новой маячной мощности. Ну, на подход сюда, когда подходят к порту Углегорск, они ориентируются на него. У каждого маяка свой подача сигналов определенно. А на карте указано, какой маяк, сколько там дает сигналов и какие промежутки времени. 23 августа 1977 года приступили к строительству маяка Углегорск. Для этого из советской гавани доставили 400 тонн груза. Все объекты приняли в эксплуатацию спустя 3 года, 30 сентября 1980. На сопке появились 10-метровая маячная башня с фонарным сооружением и техническое здание, соединенное крытым переходом. Своя трансформаторная подстанция, наружные электросети, ограждения. Тут установили емкости для топлива и резервуары для воды. После монтажа оборудования маяк открыл действие. Об этом гидрографическая служба Тихоокеанского флота объявила в извещении мореплавателям за номером 226. Точная дата – 24 октября 1980 года. С тех пор Углегорский маяк стал непременным атрибутом этого места. Все продвигается, двигается, да, но без надежного, простого, скажем, источника огня никак. GPS что-то может выйти из строя, сама аппаратура, а здесь все надежно. Пойдемте, центральный вход, маячное сооружение, маячное здание. Кузя, отходи. Отходи. Здесь у нас котельная, аккумуляторы. Если отключают электроэнергию,
что включаем дублер, и питание идет от этих аккумуляторов. В аппаратной маяка «Углегорск» мама Никиты. Зинаиде Деревякиной 79, а она виртуозно справляется с аппаратной работой. Несколько раз в день обязательно выход на связь. Все события на маяке заносятся в вахтенный журнал. Зинаида Никитишна – техник маяка «Углегорск». Эту же должность занимала на Песчаном и Жанкиере. Вспоминает, переехали с первого маяка из-за дочери. Лена родилась на Песчаном в 1967 году. Маяк стоит в стороне от большой жизни. До ближайшего населенного пункта, а значит и школы, 30 километров. Там мы отработали 6 лет. Ну, ребенок у нас был. Ну, мы оттуда поехали, чтобы ребенок не был один там. Ну, других-то нету детей, надо приучать к школе. Все. Так в географии семьи появился второй маяк – Жанкиер. Жизнь в Александровске-Сахалинском оказалась не в пример лучше. Там в школу ходили. Сначала в садик, потом в школу. Ну, только когда идти туда, в садик, в школу, в магазины, там вода как клин, чуть не вплавь идешь. Время в Углегорске для Зинаиды Никитишны было омрачено двумя событиями. Ушли из жизни муж и дочь. Лучшие воспоминания для нее навсегда остались в прошлом. Вернулась. Когда молодые были все живы, и муж, и дочка. На редких старых снимках маячная башня еще застеклена. Из-за сильных ветров штормовые стекла часто лопались, так что с 1992 года обходятся без них. Фонарное сооружение разобрали, а светооптический аппарат заменили на ту же марку, но с фонарем, чтобы мог работать на открытой площадке. Есть на маяке и настоящий раритет – ЗИЛ-157. Такой грузовик повышенной проходимости завод имени Лихачева выпускал серийно с 1958 года. В основном для нужд сельского хозяйства и вооруженных сил. Говорят, углегорский экземпляр в начале 80-х возил добровольцев на Целину. Потом его перебросили на Сахалин. На своем отремонтированном ЗИЛе Ревякины, случается, все еще возят продуктовый паек. Он положен сотрудникам маяка как служащим войсковой части 13023 дважды в год, весной и осенью. Кроме законного довольствия, есть у маячников и свой небольшой огород. Шквальные ветры, солено-морской воздух, дождь и снег. Каждый день маяк борется со стихией, пока победа остается за ним, не без помощи людей. Ну, если оставить маяк, всю аппаратуру без присмотра, то, конечно, победит природа со временем. А так, прилагая наши силы, мы помогаем ему работать и сохраняться. Работа на маяке однозначно подойдет не каждому, слишком монотонная. А еще требует большой точности, да и солидных денег здесь не заработаешь, но и плюсы в ней тоже есть. Всегда находишься на свежем воздухе, на природе, на дикой. Наблюдаешь закаты, рассветы. Стихия, какая она бывает необузданная. Все это смешивается с работой. Профессиональный праздник маячники отмечают в последнее воскресенье июля, в день военно-морского флота. Бывает, получают почетные грамоты. У Ревякиных их, кстати, немало. Чтобы подняться на самый верх маяка, надо преодолеть 42 ступеньки винтовой лестницы. Их здесь, кстати, давно никто не считает. И самое интересное, у нас люк как в танке почти. Каждый день маяк включают вручную, по расписанию. Щелчок рубильника в аппаратной, и в море летят первые 3 секунды света. Затем 3 секунды темноты. Всего 10 проблесков в минуту, таких важных и нужных. В ясную погоду свет маяка «Углегорск» виден на расстоянии 33 километров. Это же безопасность мореплавания, получается. А от этого зависит, скажем, жизнь людей и техники на море.
Работа, она есть работа. Это не эстрада, не эстрада, где требуется известность и прочее. Такая вот работа повседневная. Главное правило на любом маяке – свет должен быть всегда. Если маяк горит, значит, все в порядке. Вот этим и смотрим. Если основная электролампа выходит из строя, до ее замены на маяке включают дублер. Когда в городе перебои с электричеством, на сопке запускают дизель-генератор. Кстати, на вершине своего маяка Зинаида Никитишна давно уже не была. Здоровье не позволяет. Сейчас сказать, на выход я сейчас не 2 года не была. А то я сама открывала, а сейчас вернее, я боюсь уже. Руки не выдержу. А вот сейчас немножко голова болит. А раньше, наверное, бегали туда-сюда? А туда, да. Откроешь, надо открыть, когда жарко все это, чтобы проветривало все. А сейчас вот я уже и его вверх не поеду. В ясную погоду с вершины Углегорского маяка хорошо виден старший брат. Последний мыс выступающий, видно ствол башни, это маяк Ломанон. Каждые 15 секунд будет вспышка происходить. То есть поворачивается огонь и видно его. Двухлучевой. Маячник – одна из немногих профессий, которая до сих пор, хоть и негласно, передается по наследству. Вот и у Никиты Ревякина подрастает сын Матвей. Сейчас ему 8. Возможно, внук первого смотрителя решит продолжить семейную династию. Сам Никита на вопрос, хочется ли уехать, отвечает честно. Порой да, порой охота уехать там, где потеплее. Все-таки у нас климат совершенно другой. Где есть сады постоянно, любые свежие фрукты и климат. Ну вот как-то так, но в то же время и не знаешь, как отсюда уехать. Держит все место, даже не факт, что уеду. 3 секунды света, 3 секунды темноты. И так всю ночь. Дни складываются в недели, месяцы и годы, а Углегорский маяк все так же провожает закатное солнце и заступает на вахту до его восхода.